Миколаївські відділення Ощадбанку прагнуть модернізувати свої приміщення. Вони мають для цього кошти, але їм не дають такої можливості. Трудности они возникли в отношении перезаключения договоров, то есть если говорить правильным юридическим языком. В данном случае нам, ну, после анализа ситуации, что нам необходимо, нам нужно пройти решение, получить позитивное в профильной комиссии относительно там, продления договоров, но в существующих условиях аренды. Наша настоятельная просьба, чтобы эти договора предполагали длительные отношения, то есть это тот до 3 лет. Банку потрібна довгострокова оренда, бо інвестовані кошти в ремонт окупляться за кілька років. Тому винаймати приміщення на менш тривалий термін просто не має сенсу. Наша настоятельная просьба – это вот получить позитивное решение комиссии по ЖКХ, согласовать этот вопрос на городской сессии депутатов. Да, и в данном случае мы не просим ничего дополнительного, кроме того, как это требует постановление Кабинета министров, то есть обеспечить тем банкам, которые работают с коммунальными платежами в основном режиме, это там, 5% от арендной ставки, от цены стоимости коммунальной собственности. Ремонт нужно сделать. Если бы было побольше помещения, было бы лучше, в связи с тем, что там очень мало места. И вот люди, когда мы во вторник, вот хорошо, что сегодня среда, во вторник мы открываемся, очередь стоит вот аж туда. Ну, места мало. Наразі комісія за оплату газопостачання складає 3 гривні. Та її можна уникнути, якщо розрахуватися в терміналі Ощадбанку. Ко мне обращался Ощадбанк. Отвечу вам, скажу вам только одно. При рассмотрении данного вопроса обратите особое внимание, что Ощадбанк сказал, что в случае повышения арендной стоимости они ведут плату за платежки. На данный момент все платежки опускаются бесплатно, кроме платежки за газ. Насколько вырастут платежи населения за потребленную там, электроэнергию, газ там, и прочие энергоносители, то мы видим, ну, позавчерашнее повышение тарифов, то, скорее всего, да, вырастет платеж. Ну, вопрос не профильный, да, то есть в данном случае банк выступает лишь как агент принятия этих платежей. Ганна Званицька, Павло Ткаченко, МСН.